Ну вот у нас сегодня очень простой мастер-класс по валянию вот таких элементарных войлочных элементов. Это войлочные шарики или бусинки. Сделать их очень легко, и очень часто они могут пригодиться для самых разных целей, потому что это может быть и декор на войлочных, трикотажных или сшитых вещах. Это могут быть просто бусины, можно сделать какой-то простой брелочек. Вот смотрите, допустим, да, совершенно простой элемент. Вот. Можно сделать бусинки из разных материалов, из остатков шерсти. А вот, к примеру, можно сделать просто бусы. Эти бусы мне когда-то подарила моя дочь, когда тоже вместе со мной осваивала войлок. Можно сделать шарики для стирки, которые используются в стиральной машине. В общем, применений этим бусинам и шарам может быть множество. Итак, что нам надо для работы? Обязательно хлопчатобумажное простое старенькое полотенце, немножечко шерсти, губка или щетка, иголочки для валяния, кусочек мыла, ну и мисочка с водой. Нехитрые совершенно материалы и инструменты. Вместо мыла можно использовать жидкое какое-то мыло. Итак, берем шерсть, отрываем полосочку. По весу бусины могут в зависимости от размера быть совершенно разными. От 2 до 5, даже 10 грамм. Шары для декора крупные могут быть 15-20 грамм, но это в зависимости, сколько вы хотите. Но вот небольшая бусинка – это 2-3 грамма шерсти. Вот эту вот ленточку шерстяную мы сворачиваем в плотненький клубочек, аккуратно закручивая вот с двух сторон, переворачивая его в руках, создаем именно вот, формируем клубочек, заматываем его вот так. Так вот шерстью, и потом иголочкой для валяния, это специальные такие иголочки, мы закрепляем хвостики буквально несколькими уколами. Иголочки продаются сейчас во всех рукодельных магазинах, это совсем не дефицит. С ними делать эти бусины гораздо проще и легче, я рекомендую ими пользоваться. Можно и без них, но поначалу не умею, вы просто измучаетесь. Итак, берем мыло, окунаем в воду, вода комнатной температуры или слегка тепленькая, и мыльными руками начинаем вот этот мягкий, он такой рыхлый-рыхлый, этот шарик воздушный, шерстяной, начинаем его между ладошками укатывать. Я специально так руки развернула, чтобы вам было хорошо видно. Сначала почти никакого нажима, давления на эту бусину будущую мы не оказываем. То есть движения должны быть очень-очень легкими. Легким прикосновением мы укатываем эту бусинку между нашими ладошками. Сейчас нам важно не спрессовать ее, чтобы на ней не получились никакие заломы. Поначалу эти движения, они даже не очень быстрые, потому что если вы начнете крутить слишком быстро, есть риск, что без опыта вы сомнете эту бусинку раньше времени, и на ней получатся такие некрасивые складки и заломы. То есть сначала нежно-нежно-нежно абсолютно мы это делаем, потом можно продолжить валяние уже вот на этой самой воздушно-пузырьковой пупырчатой пленке, которая у вас подложена на стол для валяния. Это может быть любая такая слегка реблистая рифленая поверхность, что у вас, собственно, есть. На гладкой поверхности, ну, эффект не тот и не очень удобно валять, потому что будет выкатываться из-под рук. И вот мы продолжаем одной ладошкой, если это одна бусинка у вас, укатывать ее на этой поверхности. Потом со временем вы поймете, что удобно, конечно, даже валять сразу несколько бусинок. Я вот вам показывала, как я слегка сжала эту бусинку, чтобы просто вы видели, что она поначалу еще совсем мягкая. Вам я сжимать таким образом их не советую. Это вот сейчас просто для наглядности я вам показала, что вроде бы такая тоненькая скорлупа, корочка формируется из шерсти, но бусина не готова. Бусину мы уваливаем до того момента, когда она станет плотная-плотная, почти как камушек. Потому что иногда я сталкивалась с тем, что сделаны красивые, интересные по дизайну войлочные украшения из тех же самых бусин, но бусины рыхлые, и, честно говоря, такие украшения, они прослужат недолго, потому что недоваленный рыхлый войлок в бусинах, точно так же, как в полотне, станет закатываться, из него будут сильно лезть ворсинки, он быстро станет выглядеть неопрятно и некрасиво. Ну вот я вам показываю, что поначалу мы в
валяем, валяем, и она еще мягкая, эта бусинка. В принципе, когда уже верхняя корочка сформировалась, можно легким надавливанием как бы ее чуть-чуть помесить. Это похоже на то, как войлок в плоскости, войлочное полотно, мы месим как тесто, да, тогда внутренние шерстинки, они чуть-чуть уплотняются, выходит изнутри лишняя пена, а мы продолжаем валять между ладошками, постепенно усиливая давление. Вот видите, бусина, я вам специально показываю, как она становится плотнее и плотнее, она становится более упругой. И вот на этой стадии уже можно усилить нажим, прилагая некоторые усилия, мы уже валяем бусинку более основательно, стараемся ее уплотнить максимально возможно. То есть наша задача действительно ее довести до состояния настоящей бусины, практически камушка. Когда вы будете делать, допустим, сразу несколько бусин, вы подготовите с помощью иголочки заготовки, и вот эти вот все процедуры и катание по столу вы будете делать с несколькими бусинками сразу. Ну вот, собственно, она у меня готова, вот что получилось в итоге. А мы продолжаем изучать варианты. И сейчас сваляем другую бусину. Берем для начала шерсть одного цвета. Я взяла два цвета контрастных для наглядности, ну, как бы не думая композиционно, да, об оттенках, что один желто-зеленый цвет, да, такой. Это микс, бленд шерстяной. Вот, я сваляла маленький клубочек, закрепляю его краешек иголочкой, опять-таки несколько уколов, буквально для того, чтобы вот зацепить, чтобы он никуда у нас не убежал. Это потом ускорит работу, не надо думать, что какая-то вот прядочка шерсти выскользнет и убежит из-под рук. То есть вот несколько уколов делаем, это такое подваливание абсолютно символическое. И я беру полосочку шерсти другого цвета, в данном случае темно-зеленый, для такого контраста абсолютного. Вот. И я первый клубочек желтенький обматываю полностью зеленым. Делаю такой слой, старайтесь обматывать равномерно, чтобы, ну, слои были аккуратные. Вот мне не хватило там, да, где-то торчит желтый на поверхности. Я еще полосочкой шерсти обматываю, чтобы добавить, чтобы закрыть все желтые такие просвечивающие прорежки. И тоже темно-зеленый слегка прокалываю иголочкой, подкалываю. Не надо в данном случае прокалывать эту бусину насквозь. Это такие поверхностные движения для того, чтобы, ну, как бы зеленая шерсть сильно в желтую внутрь туда не прошла, потому что иголка пробивает, и получается, что верхний слой может проникнуть далеко, а нам это не надо. Опять-таки точно так же, как мы валяли предыдущую бусинку. Я намыливаю руку, и между двумя мыльными ладонями, мокрыми, да, я начинаю сначала без нажима, очень легкими движениями, эту бусинку укатывать. В общем, технологически дальше ничего не отличается. То есть многослойную бусинку мы можем делать из совершенно разного количества шерсти. Этот клубочек можно сформировать из двух, из трех, из пяти слоев, как вам больше нравится. Потом, в самом конце, я покажу, что мы сделаем с этой бусинкой. Не зря же мы валяем не просто гладкую бусинку с такими сложностями. Это специальная задача, вы поймете, как мы ее решаем. Итак, вот, намыливаю, постоянно руки должны быть мыльными, и сначала валяем без давления. Кстати, вот интересный момент, по этому же принципу вы можете использовать любые войлочные обрезки, любые какие-то обрезки ниточек, и сделать из них основу бусины, то есть вы их сначала формируете из них клубочек серединки, и только потом его обматываете красивой какой-то шерсткой, и тогда у вас внутри-то будет, конечно, что попало, но сверху бусина будет красивая. Но это вот бусины, которые вам нужны просто круглые, одноцветные. У меня такая привычка сформировалась уже много лет назад, ко мне приехала
женщина, она очень хороший художник из Казахстана, и она мне рассказала, что вот она каждую работу, когда доделывает, все маленькие, даже самые крошечные какие-то огрызочки, остатки шерсти, она их собирает и из них формирует бусинки, эти бусинки остаются на память. Ну, в общем, мне эта традиция очень понравилась, и я это тоже сделала своим правилом. И у меня таких бусинок собирается очень много, потом я их использую иногда как сувениры, иногда куда-то использую для декора, иногда на выставках я их цепляю к своим визиткам, и я знаю, что людям они очень нравятся, эти теплые бусины, они их не выкидывают, таким образом сохраняются и мои визитки на память, не пропадают. То есть это такой очень-очень хороший элемент, но трикотажные вещи, конечно, бусинами можно декорировать совершенно замечательно, они придают шарм и обаяние. Потом, в отличие от всяких помпонов, бусины требуют немного материала, да, то есть они достаточно легкие, и они не перетягивают никогда трикотажное полотно, потому что, опять-таки, обладают очень маленьким весом, они почти невесомые. Ну, вот я продолжаю валять, я вот несколько раз, если вы обращаете внимание, надеюсь, на видео, я эту бусинку сжимала, показывая вам, что пока она еще мягкая, точно так же, как красную, вы не стараетесь в работе эту бусину мять и сжимать поначалу. Поначалу просто легкими движениями вы будете укатывать ее. Каких-то особых способов автоматизации на первом этапе валяния бусин пока еще никто не изобрел. Потом заготовки бусин можно, конечно, доваливать даже в стиральной машине. То есть вы наваляли заготовочек вот где-то до такой стадии, наваляли, допустим, там 20, 30, 50, сколько вам надо на проект, и в сетке, в сетчатом мешке для стирки белья закинули в стиральную машинку, и, пожалуйста, пусть они там стираются, доваливаются до нужной плотности. Потом, когда стиралка их выполощет и слегка подсушит, вы им только руками еще немножечко придадите форму. Но пока вот валяем, и вы видите, пока бусинку можно смять, да, вот можно ее даже на этом этапе, когда верхний слой уже подвален, такая стабильная корочка, как чехольчик, внутри которого мягкая шерсть. Вот тут можно и чуть-чуть аккуратными движениями вот так вот помять. Но вообще я бы не советовала с этим особо усердствовать. Старайтесь переходить от более легких к более сильным движениям очень-очень постепенно. И только когда ваши руки привыкнут чувствовать войлок, когда они привыкнут чувствовать, как изменяется состояние шерсти, вот тогда можно будет работать чуть-чуть посмелее. Ну и то, каждую бусину вот я делаю, увеличивая давление, силу приложенную, очень-очень постепенно. То есть тут каждую бусину делаем с осторожностью. Я не могу сказать, чтобы я сильно любила этот процесс. Он достаточно монотонный, это такая войлочная рутина. Но даже при создании бусинок, конечно, можно что-то попридумывать интересное. Я знаю больше там 15 видов бусин, которые я делала. Можно записывать вообще отдельный мастер-класс 15 видов бусинок. Но у меня вот все никак на это нету свободного времени. Хотя, я думаю, многим это было бы интересно, потому что фантазировать тут можно, ну, практически бесконечно. Потому что и волокнами, и ниточками, и кусочками ткани, и кусочками флиса, чем угодно можно эти бусинки украшать, ну и, соответственно, будут получаться совершенно разные элементы. Это всегда очень-очень интересно. Мы продолжаем доваливать. Руками вы будете чувствовать, когда плотность станет уже достаточной, когда хватит валять. Но пока можно в процессе, по мере уплотнения, чуть-чуть отжимать из бусины лишнюю воду и лишнее мыло. Потому что, когда мы выходим уже на такую стадию уваливания, лишняя жидкость и лишняя пена, они уваливанию мешают, они его замедляют. Поэтому излишек можно убирать. Ну и вот уже валять между ладонями. Вот тут я уже достаточно сильное давление оказываю на эту бусинку, для того, чтобы она по-настоящему как следует уплотнялась. Ну вот зелененькая бусинка. То, что получилось снаружи, она вот такая. А мы начинаем делать бусинку другого типа.
Для этого я взяла не гребенную ленту, а шерсть в кардачёсе. Кардачёс похож на ватку такую, да, вот от прочёсана шерсть. Но из неё я тоже отрываю полосочку и закручиваю её вот в такой вот клубочек. Эту бусинку я сделаю немного крупнее, чем первые две, потому что она будет по-другому декорирована. И здесь в данном случае я покажу, как для декора можно использовать остатки пряжи, допустим, небольшие какие-то кусочки. Ну, а может быть и не остатки, а просто к какому-то вязаному или шитому изделию из этих бусин сделать либо украшение, либо пуговки, к примеру. Вот я свернула такой клубочек из шерсти, из кардачёса шерстяного, и слегка его подкалываю, чтобы он не разваливался, этот клубочек. Немножечко вот его потыкала иголочками для валяния. Теперь я беру шерстяную нитку, ну, в данном случае у меня такая фактурная пряжа, Барбадос, да, это еще турецкую пряжу такую я использую, у меня остались какие-то вот клубочки с прежних времен, и я беру вот этой же иголочкой для валяния из этой пряжи шерстяной, она разная по толщине, да, вот, и окрашена еще секционно, я из нее укладываю кусочек, спиральку небольшую. То есть можно из пряжи даже какой-то орнамент выложить на крупных бусинах. Но это все дело вашей фантазии. Сейчас я вам показываю самый простой вариант для того, чтобы вы поняли принцип декорирования этих бусинок. Ну вот я проложила, да, эту пряжу. Отрезаю хвостик. Можно вот использовать даже самые-самые маленькие кусочки, обрезочки. Чем хорош войлок? В него можно убрать весь такой вот мусор от швейных всяких текстильных рукоделий. Все это можно привалять, пришить. Все пойдет в дело. Ну вот я закрепляю хвостики этой пряжи, чтобы они не отваливались. Да, и опять мы действуем абсолютно точно так же. Мыло в воду опускаем как следует, намыливаем ладошки и начинаем сначала очень-очень легкими нежными движениями эту бусинку укатывать между ладоней. У нас нет цели ее уплотнить сразу. Сейчас самая главная задача, чтобы шерсть основы самой бусины темно-синяя прихватила, приваляла к себе вот эту шерстяную бело-голубую ниточку фактурную, и чтобы сверху образовалась такая легкая корочка, да, чтобы такой шерстяной чехольчик был. Внутри шерсть долго остается достаточно мягкой. Влага и мыло проникают туда постепенно. Вот вы чувствуете, какая эта бусинка поначалу мягкая. И мы не торопимся с этим процессом. Бусинка делается не за 5 секунд, хорошая, качественная. Поэтому я, конечно, на них всегда жалею времени. И если мне нужны бусинки для проекта, я делаю сразу заготовки сначала. Да? То есть у меня такой мини-конвейер. Я одна за ним, за этим конвейером. Но, допустим, мне нужны 10-15 бусинок. Я сначала подбиваю иголочкой вот эти вот там 10 бусинок основы. Потом я подбиваю на них ниточки или волокна, которыми я буду украшать. Потом каждую бусинку я подваливаю до такого состояния, чтобы шерсть прихватила ниточки или волокна. А потом уже все вместе бусинки, уже двумя ладошками я могу катать вот так вот по пупырчатой пленке. То есть тогда уже процесс ускоряется. То есть 10 бусинок можно сделать за полчаса. Допустим, одну бусинку вы будете делать 5 минут. То есть 10, ну, понимаете, сделать почти в 2 раза быстрее, чем 10 по 1. 10 сразу быстрее сделать, чем 10 по 1. Таким образом можно экономить время. А мы, девушки, все практичные. Вот, я думаю, что для нас, для всех это актуально. Ну, сначала вы, наверное, научитесь делать одну бусинку, а потом уже для дальнейшей своей работы, ну, вот я вам объяснила принцип, как делать их сразу много. Вот, потом можно большое количество, как я уже говорила, даже закидывать в стиралку, вот, и там доваливать. Для бусин это приемлемо. Ну, вот, а я продолжаю показывать вам, да, то, что я проверяю, как эта бусинка сминается. Вы, конечно, не будете это сразу повторять, хотя, может быть, на первой
бусине поэкспериментируете, но будьте очень-очень осторожны, не сомните ее слишком сильно, не надо ее сжимать до состояния такой лепешечки плоской, потому что из этого состояния вы бусину не сможете, не имея навыка, восстановить. Поэтому с экспериментами будьте очень внимательны и осторожны. Мы продолжаем валять бусину. Чем, конечно, меньше вы ее травмируете какими-то сжиманиями, не прессуете, тем ровнее и качественнее она у вас в итоге получится. И чередуем катание в руках между ладошками с катанием этой бусинки по какой-то рифленой ребристой поверхности. Воздушно-пузырьковая пленка очень хорошо подходит, отлично подходит и киевская вот такая пупырчатая пленка. Раньше она называлась ротианель, я не знаю нового названия, но в Икее она продается. Это то, что, чем застилают ящики, допустим, на кухню, на ней тоже очень удобно работать. Но это вы, собственно, в первый день видели, про инструменты и материалы я рассказывала. То есть это вот такие удобные покрытия для стола, на которых очень легко работать, и они ускоряют уваливание. Ну вот, собственно, я доваливаю. Ниточка там что торчит, я доваливаю эту бусинку. На финальном этапе давление уже достаточно большое, достаточно серьезное. Вот тут мы уже стараемся эту бусину спрессовать максимально, прямо напрягаем уже ладошки для того, чтобы эта бусина уваливалась как следует. Можно прямо вот на этой стадии помять пальчиками ее. И опять-таки большое давление ладошками. Эта бусина уваливается, она нам нужна, крепенькая, как камушек, чтобы это была действительно бусина, а не что-то такое рыхлое и хлипкое, что быстро-быстро развалится. Нам нужен такой надежный, хороший, качественный объект. Валяем, валяем, однообразно, рутинно. Но физически это совершенно не тяжело, можно этим делом заниматься, просто взяв с собой там небольшую мисочку с водой, да, и смотреть телевизор в это время валять. Вот такая бусинка, вот она одна такая соло сфотографирована у меня, для того, чтобы вы хорошо ее разглядели. Но вот мы сваляли бусины. По сути дела, получается, в принципе, выглядят они очень похожи, красное и зеленое, гладкие снаружи. Так вот мы сейчас посмотрим, что можно сделать еще с зеленой бусиной. Помните, там внутри она была желтая. Если высушенную бусину такую разрезать плакатным ножом, ну возьмите для этого только нормальное покрытие, на стол разрезать пополам, вы видите вот ее как бы двухслойность. Это может быть трехслойность. Суть в том, что можно получать вот такие вот объекты. Вот тут голубая с синим бусина была. Из нее я прекрасно сделала две пуговки с петельками. Вообще из бусин отличные получаются пуговки. Так что я желаю вам натренироваться валять бусинки самые разные, попробуйте. Это поле для экспериментов бескрайнее. Я уверена, что вам понравится. Ну а потом более сложные объекты приходите осваивать у нас в школе.